Перетягивание каната, смешные скоморохи и зажигательные танцы. В Ульяновске началась масленичная неделя. По случаю проводов зимы централизованная библиотечная система города запустила целую серию тематических мероприятий. Первыми весну начали встречать библиотеки номер 15. Как мы все знаем, что масленицы празднуются по классическому сценарию. То есть в основе у нас лежат проводы зимы и встреча весны. Но что особенно хочется отметить, что 2019 год объявлен в Ульяновске городом национального единства. И поэтому сотрудники нашей библиотеки решили провести чувашскую масленицу. Саварни. В переводе с чувашского – масленичная неделя. Принцип праздничных гуляний у этого народа схож со старорусской традицией. Единственное отличие – акцент на национальных чертах. Народные костюмы, песни, игры на чувашском языке. Например, соревнования по перебрасыванию снежков, где все действия происходят только на чувашском языке. В понедельник по народному масленичному календарю день встречи сотрудники библиотеки номер 15 приготовили для своих читателей, местной детворы, жителей и учеников 47-й школы праздничную программу. Сначала на улице, а затем в читальных залах. Маслица – это народный праздник, который отмечают, наверное, все народы. Мы каждый год отмечаем Масленицу, он мне очень нравится. А вот как тебе это мероприятие нравится? Да, очень. Чем тебе оно нравится? То, что здесь много детей и можно развлечься. В этот день взрослых и детей развлекали не только играми и конкурсами. В конце всех участников праздника угостили главными масленичными яствами – блинами, караваем, медом и чаем. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.